Так, девушки, я еще могу одеть с этой рубахой. И будет вот так вот выглядеть. Но также могу новую сумку взять с собой. Вот эту. Так, да? Очки эти тоже можно, но туда, если я эти очки возьму, то я возьму шопер. Вот. Я на этом заканчиваю. Я просто сняла. Я пойду сейчас все равно в другой рубахе, которую я одела. Вот в этой. Потому что мне там надо быть сегодня в спокойном виде. И в этом буду. И с собой я сегодня возьму вот эту сумку. Тоже такой, знаете, чтобы тут немножко золото там так блистало, да? И спокойный такой блеск. В общем, вот это возьму. Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Сниму сейчас видик. Посмотрела тут, не знаю, что-то поставила, чтобы не пусто было. А то стена какая-то пустая, я не знаю что. Я привыкла сидеть за столом. Я вообще стоять не люблю, какое-то странное чувство. Прямо охота пульт поставить и таким, знаете, оратором стать. Оратором. Но мне сегодня sehr merkwürdige Farbe, как сказать, очень странный липпенштифт. Еще и жвачка в рту, блин. Так. Момент. Да. Сейчас. О, моя чашечка. Давайте кошку покажу, да? Чашка из Тедди. Обожаю, да? Всем так приятного дня желаю. У меня вот покупки. Я теперь такая, какая есть. У нас не так жарко стало, поэтому нужно всегда какую-то рубашку с собой носить. Да. Но еще можно тоже днем снять и позагорать. Но я не позагорала. Я вообще ничего не успеваю. Я и позагорать не успеваю. В общем, я не загорела. Так, вот, на мне топ. Топ, кстати, от H&M. Я его покупала где-то весной, да? И сейчас уценили как бы. 9 евро он стоил. Он очень хороший, плотный. Вот такой резиновый, стретчевый. Не резиновый, но хлопок, да? Но он как с ликрой. Очень плотный. В общем, такая вещь всегда удобная. Одел под низ. И на рубаху, и все. А рубахи сейчас это A&O, да? Это сейчас все, товарищи, нам заменяет. Рубахи сейчас такой от Мали стиль. Надо носить рубахи. Рубах-то куча, да, с прошлого года уже собирают рубахи. Ничего другого, честно говоря, не охота. Вот эти все пышные рукава, да, которые я носила лет 5, надоели мне. Ну, они есть, но носить надо. Не хочу, да. Пока что так. Так, теперь, девушки, красавицы, будем мешки свои, это самое. Как по-русски сказать? Разбирать? Не знаю. Слов. Аусхоймен, короче. Все. Всем приятного времяпровождения. На мне брюки, кстати, такие бежевые, да? Тоже от H&M. Я как-то покупала такие широкие. Так, все. У меня кое-что есть, девушки. Мешок уже весь замялся, завалялся. Я уже по нему ногами ходила. Потому что лежит уже неделю. Вот когда я делала примерки, помните, внизу, короче, видео, где я эти вещи примеряю. Все эти вещи, не знаю, наверное, не все. Наверное, не все. Ну, вот эти, да. И, наконец-то, я собралась снять видос. Киска спит на кровати, все, да. Шкаф еще не стоит. Всем как мне некогда. Или лень, или заболели, и, короче, не знаю чего. Нет, не заболели. Но я простыла, да, но уже отстыла. Уже простыла. Уже вылечилась. Так, слава богу. Теперь, что у меня в мешке, да? Ну, с таким носом, девушки, у меня и так нос, как говорится, это самое, на семерых рост, да? Еще и такой, знаете, весь это самое, мне не хотелось снимать. Хоть все, сейчас вся кожа отвалилась, там все такое, знаете, уже стал более нормальным. Сейчас буду показывать.
Так, что у нас есть? Что у нас есть? У меня еще кое-что есть, девушки. У меня еще есть что-то прикольное. А, покажу потом. Смотрите до конца, у меня еще кое-что есть. Посмотрите, да? Так, кому охота? Кому охота, пусть остаются. Кому не охота, пусть бегут куда-нибудь. Нос чешется. Нос чешется. Так. Это, знаете, он еще это самое... Это кожа-то косметику не выносит после... Так, первым делом. Самолеты. Девушки-красавицы. Я эту блузу мерила. В каком видео я сделаю ссылки, в каком видео я эту блузу мерила, девушки. Это было еще до. Ну, не знаю, где до. И, короче, я не купила, да. Зажала деньги. И у меня столько рубах. Я думаю, что я ее возьму. Ну, хорошая была. Она мне так понравилась. Она у меня прямо, знаете, на видео впереди. Ну, там, да, это на кавер, да. YouTube выставил. В общем, вот она эта блуза. Я ее сейчас купила. Почему я ее сейчас купила, а тогда не купила, скажу. Я такого же типа платья мерила, да? Но мне эта блуза так понравилась. Короче, она из вискозы, стопроцентная, вру, да, 52%. Но некоторые действительно 90%, да? В общем, 52% вискозы, да? Очень такая прям гладкая, хорошая рубаха. Прелесть. Короче, я ее померила тогда, зажала, да. И потом думаю, там еще, знаете, штук 10 висит. Куплю еще. В общем, я ходила, там что-то искала, в другие разы тоже не покупала. И что вы думаете? Их не стало. Потом смотрю, ее нет. Думаю, вот так. А Винетти, я вообще, Винетти все другое, да. И тем более я заказывать не любитель, вообще. Раньше заказывала, сейчас вообще не заказываю. Короче, кто-то ее сдал. И вот сейчас, да, я такая, я же ее хотела. Она стоила 27,00, это получается 27,99. Я купила за 15,99. Да, девушки. А в прошлый-то раз она тоже так же стоила. Я подумала, она может 12 стоила. Нет, она стоила точно так же. В общем, мечта поэта, я ее вам сейчас одену. А вот она, эта блуза. Такие рукавчики, да. Ой. Все. Можно ее так носить, можно ее завязать. Она и завязана очень красиво. Она такая длинная, ее можете даже на пляж одевать, да. Как платье короткое, да, мини. Оно такое вот. Вот до сюда, вот. От колена вот столько, да. И сзади она еще длиннее. То есть, если на вас шорты, оно выглядит как мини-платье там. Вот. Ну, что сказать? У меня живот, наверное, торчит все время. Я даже не втягиваю. А хоть живот втягивает. Я всегда такая. Я открытая, как книга. Открытый человек. Так. Девушки, ну... I love it. Надо было брать. Вы знаете, когда вы видите, и оно говорит, купи меня, мама, я твоя, мамочка. Когда вещь кричит, мама, берите и бегите. Так, я так рада, что мы все из Ленинграда. Я так рада, что вы купила, что эту блузу купила. И этот принт сейчас в тренде, зебра, да. И... Такой Лео, да, он все еще остается, мы его все еще носим, у него тоже прекрасный контраст, но самый-самый-самый актуальный – это зебра. И такое прям, знаете, такое качество, она такая гладкая. Я такую же купила в беж, вот в таком вот, да, она тоже такая в глянце, она вся в глянце, это тоже в глянце, очень классная, тоже вискоза. Очень классная, я прям ее обожаю, я ношу. Я тоже завязываю на животе, потому что она такая льющаяся, мягкая. Ее завяжешь, это просто, знаете, так она пластично падает. Очень классно. В общем, теперь я счастлива. Вы знаете, чтобы разбираться, что тебе надо, а что тебе не надо, тебе надо очень много чего-то покупать или смотреть. По крайней мере, мерить надо. Понимаете? Потому что если вы этого не делаете... Вы постоянно не будете знать, что в душе кричит мама. У нас всегда с дочкой так. Мы всегда спрашиваем. От мамы к за?
Если мама сказала, значит, мама. Так, теперь напилась. Напилась я. Следующий. Сейчас следующий. Что еще купила? Что еще купила, девушки? О, опять будет рубаха, да? Я купила этот пловер. Ну все. Ну, любовь, морковь. Я не удержалась, да? Я в одном видео уже показывала на обзоре новинки. Я показывала этот пловер с юбкой. В общем, такая же юбка, лапша длинная, да? Юбки-то уже нету в размере. Сейчас я опомнилась, мать честная. Опомнилась поздно, да? Это новинка. Рубаха с уценкой, да? Была серия, да? Это новинка. 19,99 в Элке. Конечно же, куда мне? Тоже вискоза, девушки, но уже почти 100%. 70% вискозы, да? Вот не вру, да? Так. И знаете что? Надо было брать сразу, когда показала в обзоре. А мозги-то, мозгов-то не хватило, да? В общем, вот такой разрез, это что очень сейчас модно. Уже 2-3 сезона, обожаю, да, у меня много вещей такими разрезами. Очень классно, как в 90-х. Тогда у меня были разные и широкие, и короткие, и с разрезами, и широкие. А в общем, вещь такая классная. Это, знаете, это must have. Полоска, и к тому же сейчас лапша, тоже такие в 90-е тоже подходят, очень классно. И с юбкой было бы классно. Ну что, да, я хотя бы это купила. В примерке внизу я это мерила с какой-то кожаной курткой, да. Я так хочу косуху. Я хочу короткую косуху. Но я эти примерила, да, Вермуду и в Хаун М. Все-таки длина такая, да. Все-таки мне длинный ход. У меня таких дома, да, я уже выкидывала сколько. И с этими, с бахромой выкидывала, короткие тоже. У меня еще от Мангу есть одна, да. Ну такая же, что, ну, она хоть из кожи, да, она хоть 100 евро стоила. А это вообще ничего. Так я бы и такую купила, да. Мне, я и за 49 нормальную цену куплю из кожи замы. Мне главное, чтобы она была трендовая. Очень короткая такая. Но пока нет, пока нет. Если мне ту за бесплатно дадут, я ее возьму. Но и шеться, что-то шмель хочет залететь. Иди ты, блин, куда-нибудь на поле. Что я говорила? Думай. В общем, я бы ее и так купила. Если ее уценят, я ее возьму, конечно, все равно, да, лишь бы была какая-то новенькая. Хотя та от Мангу вообще не старенькая, да, ну надоела, блин. Черная. Но я не возьму. Пока. Ну она не выживет, блин, вспомнила, что хотела сказать. Она до этого не доживет, ее сейчас разберут. Это так, понимаете? В интернете уже многих вещей нет, которые у нас были. Я же джинсовую юбку купила, да? Нее нет, в инете, все, разобрали. Только еще серая есть. Но и то не тот фасон. Тот фасон вообще. У нас их уже все сразу в первый день смели. Были еще черные, но так как я эту неделю нигде не была, не шопилась, я не знаю. Но я думаю, что черный тоже нет. А блин, надо было черную брать. Черную надо брать, потому что это... Это сейчас будет то, что брюки, да? Черный антрацит джинс, это очень классно. Ну вот, заболталась. Короче, вы слушаете 3 часа, что я несу, да? Класс, класс. I love it. Я рада, что я ее еще отхватила. Это была последняя в Элке. Остались S, XS. А немки, они не S и не XS. Вы знаете, немки всегда M и L. Нормальные. Остальное это уже из это самое. Ну, такие, знаете, так, паушаль, M и L. Если мы выходим из M и L, то мы уже для нема, это, у нас уже размер неподходящий. То есть у нас уже размер такой постсоветский. А если, молодые девушки, то есть у меня кофе вчера раньше был. А если мы за L уже уходим, то это уже тоже не паушаль, но это уже как за гранью. В основном вот разбирается всегда вот это вот M, L в Германии. И тоже у мужчин точно так же. То есть M, S там все такое. M, S у мужчин нет, у L, XL. А M, S у мужчин уже это самое висит. Там только такие худенькие, но это уже не немцы, да? Это не про них. Теперь, что это такие? Что еще купила-то? Я не знаю. Так, еще что-то купила, да? Ну, в общем, девушки, это прям прелесть. А что, померить, да? А давайте померю. Ну, вот так, девушки, да? Вот такая вот лапшичка. Я прямо на этот, что там? Вот такие вот рукава. Кстати, на мне такой. In a Barbie world, in a Barbie world. Эсси такой розовый, гляньте, что.
Настроение. О, девушки, знаете, я так живу, да? Постоянно серьезно быть не могу. Это для меня это мучение. Так. На той жизни дана. Так, теперь. Померили. Фу, мне жарко стало. Так, теперь. Что у нас еще есть, так? Что у нас еще есть? Сумочки, девушки. Сумочки, еще одна блуза, которую я хотела. Я такую купила в каком же, дай бог памяти, цвете. В зеленом. В ярко-зеленом я такую купила. Помните, весной? И я ее купила за 24,90, потому что она была последняя. И я уже думала, все, ее не уценят. Зеленый это тренд. Эту все-таки уценили, потому что я ее, эту блузу вискозную, я хотела в любом цвете. В розовом она еще, девушки, есть. И что же я ее не купила? А, потому что я в розовом тоже купила, да, вот эту. Которую я вам показывала. А то вот эту я купила короткую, да, в розовом. В общем, у меня тоже была такая борьба, какую взять, какую не взять. Я взяла эту, мне очень нравится. Так, я губы немножко... Мне что-то крестью вообще не идет, да? Ну так, охота. Ладно. Что-то я на себя посмотрела, думаю, пипец. Теперь. Вот эта блуза, да? Она молочная. Молочный цвет – это просто бомба. Это цвет, который вы можете с любой вещью носить. Ну, молочный и вот такой вот бежевый, вообще такие цвета, да? Дорого-богато. Знаете, нет, дорого-богато все равно, но нас туда ведут как раз сейчас. Ну, дорого-богато это когда безвкусно, да? А сейчас нас ведут в этот old money style и new money style. То есть новые, старые деньги. Там еще у них там есть разные под эти самые... Если в этом разбираться. Но все, стоит сколько? 24,99 стоило. За 12,99 я это купила, девушки. Я этому очень рада. Дайте я допью. Так. Теперь я померю, да? Я эту блузу вам померю. Такая она. Мама Мия Белла. Вот такая, да? Что-то из света нет вообще. Темень какая-то. Я снимаю в темени. У меня тут нет света впереди. И когда нет света впереди, прямо какое-то лицо, не знаю какое. Так, ладно, все равно. Посмотрели, да и ладно, да? Так, посмотрели, да и ладно. Ну, вот такая блуза. В каком размере ты ее купила, я не знаю. Венки, что ли? Что-то мне кажется, на венке. Ага. Ну, ничего. Вот. И знаете, это просто, просто эдель, да? Это просто... Что сумки-то? Ой, сумки, что только нет. Так, все. Вот так. Угу. Можно так ходить, да? Руки в карман. Карманов нет. Ой, блин, карманов нет. Так. Ну, ничего. Так. Угу. Может так. Завязал очень классно. Не завязал тоже очень классно. Застегнул тоже очень классно. У вас такой, знаете, будет вид такой... Более деловой, но этим летом мы это не застегиваем. Если у нас жир, то мы одеваем что-то повыше, и сюда вот так, и все. У кого проблемы, тот не хочет. Ну, то у того такие проблемы, да? Я хочу. Я такое хочу. Вы знаете, эту блузу очень будет неплохо одеть с этими брюками. Помните, я их купила, да? Вот, гляньте, что. Вот хорошо смотреться. Угу. Так. Это оно просто тут лежит, я поэтому решила. Я не знаю, где моя красивая сумочка. Я куда-то их все закинула, поэтому вот эту показываю. А, момент. Кайсе. Куда падаете все? Не знаю, куда падаете там. Не знаю, куда вам. Тоже с этой сумкой вот неплохо. В принципе, да. Да, да. Ну, с любой можно носить. Теперь, это не вопрос. Я рада, что я взяла, потому что это тоже must have. Девушки, если мы что-то покупаем, мы должны что-то покупать, чтобы много денег не тратить, да?
что мы можем вообще со всем сочетать. И вот эта вот вещь хоть с чем. Хоть в лес, хоть под дрова. Ну, гляньте, вы одели и пошли, да? Красота, красота. Вы это можете на эту юбку натянуть и пошли. А ляпота, ляпота. Завязали там куда угодно. В общем, прикрыли свое это самое, плечи, если кому-то кто-то говорит, вот у меня такие. Вот у меня такие рукищи, да, еще никак не похудели. Значит, мы это прикрыли. Теперь я поехала дальше, девушки. Что у нас еще есть в мешке? Так, я сегодня вырвалась. Брюки. Девушки, я эти брюки оторвала. Я эти брюки оторвала, да, оторвала прямо. На вешалке висят, и я не верю своим глазам. Думаю, блин, я их хотела. Да, и знаете, продавщица, когда я их заплатила, она говорит, я их тоже успела сегодня купить. 80, вот почти 100, да, девушки, не вру. 85% льна. Не, вру, вискозы льна. Я лен с вискозой. Девушки, стоили 30 евро, я купила за 12,99. О май гад, за 12,99 мой размер был последний, а это размер 42. Юшкин кот, это уже размер 42. Тут я видео мерила, да? Классно было вообще-то. У меня видео внизу, я их мерила. Ну что, дожила, мать, да, до 42-го. Но даже девушки, а не Юля мне нормально. Значит, я в тот день очень хорошо поела, да? Так. Да, 42-й, девушки, 42-й. Так. Ну, то, ну блин, ну это надо брать. Это, знаете, это такая флиснда квалитет. Вот, девушки, в этом году H&M завален льном и вискозой. Вещи классные за такую баснословную цену. Это грех не купить, это будете носить еще 3 сезона. 3 сезона, потому что, вот знаете, вот эти все воротнички, пышные рукава, я уже 5 лет ношу. Они уже надоели, я воротнички вообще в этом году не носила. Хоть в один воротничок бы поносить. У меня еще и съемные воротнички, всякая ерундистика есть. И зачем она надо сейчас, понимаете? Дело в том, что если это что-то вошло, вот это, то это будет еще носиться. Это не то, что вот там какое-то сумасшедшее, посмотрите, лауштик от Balenciaga, да, лауштик, как называется, подиум, да, там пипец, что бегает. Там посмотрите, думаете, я даже смотреть не могу, я выключаю, так страшно. Это не носибельно, а вот это носибельно. Вот так. Все, девушки, так, ну там это не от людей, то, что там продвигают, это не от людей. Так. Несу я опять, да, это меня вообще не касается. Так, что теперь, девушки, что поносим? Что поносим, что купим? Штаны классные, у них, смотрите, такие патн-ташен. Ну, там нету ташен, да, патн-ташен называется карманы-паты. Ну, там карманов нет, там обманы, тут есть карманы, тут никаких обманов, тут есть карманы. Можно даже молоток положить, рабочие, книжку, я не знаю, что. По стилю рабочих штанов, ну, классные. Цвет это дорого-богато. Все. Я такая лохматая, наверное. И с такими губищами. Сегодня не знаю, какие губы нанесла. Ну ведь не зря купила свой этот самый. Вот что, зря покупала от этого самого? От мат ликвид липстик. 8 часов держится. Вот зря что ли брала? Надо же это самое. Использовать-то. Потом девушке купила вот такую вещь. Опять такой цвет, да? Ну, это надо. Это у меня опять basic, да? Девушки, стоило 17,99. В М-ке купила за 10 евро. Но это М-ка прям как Л-ка. Прям такая широкая. Ну, производители разные, да? И вот. Это я на нее смотрела. Я ее хотела в синем. Я ее хотела в черном. Бог мне не дал. Когда в синем она уже висела уцененная, я же опять что-то другое купила, и мне эти копейки-то зажало. Теперь смотрю, вот висит одна еще в таком молочном. Это ж радость Божья. Это ж красота. Я взяла. Девушки, когда я это одеваю, да, я вспоминаю индийские фильмы. Такие, знаете, сари сверху. Вот такой шнит, да. Ну, прелесть. У меня слов нет. Так, все. Мне показалось, что я похудела. Но на весах я, оказывается, пополнила. Не знаю, почему. Может, поела много. Сегодня встала такая, думаю, я сегодня точно похудела. Встала на весы, оказывается, на кило больше. Ладно. А что делать, да? Так,
Жить надо и радоваться. Нет, эти очки не подойдут. У меня тут нет очков, которые бы я сюда применила. Но вот эти лежат. Вообще все в другом месте, да? Вот так. Как оно вам? А как оно вам? За 10,99 такая вещь подходит к любой вещи. Ну, гляньте, что. Вы можете все с этим носить. Вы можете эту юбку одеть к этому? Конечно, конечно, да, конечно. Вы можете эти штаны одеть к этому? Ну, гляньте. Конечно. Вы можете сверху вот эту блузу одеть? Логично. Сумка там. В общем, что еще можно к этому? Вы можете эти брюки одеть. Обязательно. А вы можете эту блузу сверху одеть. В любом случае. Любой цвет. Понимаете? Это такая вещь, это просто бомбезная вещь. Носить можно с чем угодно. Видите как? Можно под низ, можно наверх. Это надо брать и бежать. Мне это нравится. Так, все. Теперь, девушки, что еще у нас было? Что-то я еще купила, да? Что-то я еще купила. Так, посмотрим, да? Еще, может быть, что-то я и забыла, потому что я уже за эту неделю, или я ее сумку вытрясла. И не знаю, что, где, когда. Я купила очки. С этими очками тоже такая история. Я их вообще до этого не видела. Я всегда все прочесываю, смотрю, да, что есть. Смотрю, висят очки в стиле Селин. Блин, и за сколько? И за 5,99. Уценили, да. Еще и уцененные. Я их даже не уцененных не видела. Так, и значит, это самое. И только 2 штук. Я быстрее их сходила, еще одни очки взяла. Потом думаю, посмотрю потом, вдруг что-то мне там понравится. Другое. В кассе подхожу, когда мы платила, она мне говорит, продавщица, ну мы знаем друг друга. Мы смеялись, смотрели, и она, ну как она отбивает, смотрит, что я там беру. А говорит, очки где взяла? Я говорю, ну как вы тут работаете, не знаете? Я говорю, посмотри, у вас Селин за 5 евро. Она говорит, я их тоже хочу. Я говорю, там еще только одни висят. Я побежала, тут недалеко стоял этот стенд. Я ее взяла, и она быстренько себе забрала. Все, их нет, и я их до этого не видела. Они обалденные. Девушки, зачем мне Селин? На следующий год уже будет другая форма. А я с этой погуляла. Погуляю с этой, да. И главное, все можно очень быстро поносить, порадоваться и выбросить. А думаете, я их выбрасываю? Нет. Я даже дешевые очки, которые потеряю, балдею, сожалею, что они потерялись. Я тут потеряла такой Гуччи-Мучи, ну, они выглядят как Гуччи-Мучи. Я их брала, не знаю, в Росмане, наверное. Гуччи-Мучи 3 года назад. И, в общем, я их потеряла. Сейчас уже там другие очки, другой фон. И так я сожалела. Вы знаете, оказывается, я их не потеряла. Я их дома нашла. Ну вот. И, знаете, сожалела и сожалела. Чуть сожалею, блин. По дешевым очкам сожалею. Потому что форма классная. Понимаете? Вот, теперь у меня есть очки человеческие. Это как типа Dior. А это как типа Селин. Слово типа я на Ютубе научилась. Поначалу меня просто коробило. Меня от этого слова так коробило. Меня от много. А чё коробило? Я в Советском Союзе так не говорила. Так, теперь говорю, да. Жизнь такова, какова она есть. И больше она никакова. И мы таковы. Где моя красивая сумочка? Такая кругленькая. Вот где? Не знаю, куда-то утащили. Кто-то утащил или что? Мама мия, мне они понравились. И знаете, я их даже еще так не видела, поэтому я смотрю просто вот сейчас сюда. Окей. Очки этого лета! Такие маленькие. Есть еще с металлической оправой, тоже очень классные, тонкие. Но я, и они там были, я их мерила в прошлый раз, но они мне не подошли. Они какие-то, кажется, маленькие. Эти подлиннее уже лучше, да? И если у нас лицо, как говорится, больше очков... Можно вот это повесить. И все. И знаете, я никогда не переживаю. Оно мне идет. Оно мне не идет. Я иду, оно идет. Все.
Niente. Энда альенда. Так, теперь, девушки, у меня еще кое-что есть. А давайте я вам покажу, да? А давайте. А давайте-ка. Или вот эту сумку. Сейчас я, сегодня у меня сумочный базар. Ничего другого поблизости нет. Ну, вот так, да? Сумочный базар. Вот эту круглую сумку, не знаю, куда закинула. Короче, ладно. Все, да? Очки посмотрели. Так, теперь... У меня еще кое-что есть. И сейчас мы посмотрим, что у меня еще есть. Смотрите, какая сумка. Знаете, где я ее купила, девушки? Ну, смотрите, Барби. Такой в стиле Барби, но это Дисней, да? Это Animals, Дисней. Тут такой Барби. Ну, такая прелесть. Я ее в Кики купила. Сошла после работы в Кик. А напротив, ну, так просто, посмотрите, я там 100 лет не была. Меня затянуло, и она прямо впереди в дверях висит. И я ее не купила. Мне, блин, денег было в тот день жалко. Я зато это самое пирогов наелась. Фе 99, да, 4 фе, я по-немецки помню. 4,99 стоило, блин. 4,99 мне было жалко. Для этого Бамби. Пришла в следующий день, их там нет. Я говорю, у вас Бамби было, я его хочу. Где, говорю, пожалела, что не купила. Она говорит, а уже все нету. Потом она нашла одну. Ну там не висела, да, она одну нашла. Я думаю, значит, все-таки я хотела, и я получила этот Бамби. Ну что это, девушки? Это такая прелесть, да? Аминка еще даже не знает, что эту Бамби купила. Целую неделю она у меня тут лежит, а она не знает, она же не смотрит. Ей не интересно, а увидит, заберет. Все. Заберет. А я тоже хочу ее поносить. Теперь купила я рога. Рога. Это летучая мышь от Тедди, девушки. Купила я их Аминке. Пусть на работе носит. Хоба. Ну, это летучая мышь. Ей это понравится. С блестками. Сколько стоит, девушки? Столько что-то. 1,55, да? Ну, это игра. Так, теперь. Это, девушки, это покажу потом. Так, в Кике я купила носки. Девушки, носки 1,99, 1,99. Знаете, носки всегда хорошо иметь в белом и в черном. Все, да? В смысле стирки. Но мне иногда хочется вот такое вот. Пестренькое. Оно мне, знаете, настроение поднимает. Ну, гляньте, что. Ну, какие цвета-то? Ну, хочется, да? А как не хочется? Иногда хочется такое. Тем более за 1,99 эти носочки уценили. И вот такие разные узорчики. Ну, хочу, да? Вот такое вот яркенькое. Ладно, 39, да, я взяла в 39, 42. Знаете почему? Потому что когда стираешь, все-таки сядет, надо поменьше. У Минки все равно 39, если она оденет. Ей одно мне. Так, все. Теперь... Это еще не все, девушки. Я еще кое-что в Кике купила. Сейчас упадете, да? Кому хочется смотреть, смотрите до конца. У меня еще есть Кик. Кик-мик. А, это было Альди. Девушки, я купила в Альди футболку. Уценили ее на XL Enrico Mori на 1 евро. Очень хорошее качество. Вот знаете, стретч, плотный хлопок. Прямо вообще обалденный. И я знаю, что у них качество хорошее от этих футболки. Было 3 в пачке, стоило 14 евро. Я это не купила. А уценили каждое по евро, я взяла. Так. Их, короче, 3, да? Эти 3 футболки. Теперь в Кике. Это было в Альди, да? Это было, девушки, в Альди. И в Альди я еще себе купила вот эту блузу. И знаете, я ее купила, девушки, LXL. За 2 евро. Я купила себе в Альди тогда, показывала вот эти вот килоты красивые, льняные, да, вот такие вот. Ну, как палаццо. Обалдею от них, классные. И вот от этой серии была вот такая вот блуза, но она льняная, она такая вот в таком цвете, тоже льняная, такая классная, но у нее рукав короткий. И за 2 евро сейчас уценили. Я как увидела, думаю, ладно, эти-то я неуцененные брала. Ну, потому что их разобрали сразу, теперь последние. Значит, тоже хотела. А эти оценили эту рубаху, и я ее взяла. 2 евро сейчас стоит, да? А все это стоило по 14,99 и тому подобное. Такая. Это тоже такой must-have, и, в общем, можно носить, и она прохладная. И вообще, я думаю, why not? За 2 евро, блин, лен. Ну, добрать, да? Опа. Это я взяла в Альди. Теперь... Это, девушки, Кик. Я в Кик взяла всяких бейсиков цветных на работу носить туда-сюда. Пригодится, да? В общем, тут у нас что-то красное.
А, это красная, это футболка XXL. Футболка за 3,99. Вот такая вот. Мужская, это мужская. Это не мне. Это не мне, я думала, это мне. Так я смотрю. А, это вот желтая. Это вот или мне, или Аминке. Так, это стретч тоже хлопок. Вот эти вот у меня есть от Кика зеленые. Я еще в прошлом, позапрошлом покупала в ярко-зеленом, в неоновом, в зеленом. Они после стирки такие, как новые. Они вообще обалденные. Вот это качество у них очень классное. Стретчевое, хлопковое. Стретч вот написано, да. И знаете, за сколько? За 1 евро. Нет, за 2 евро я хотела еще за бесплатно. Да, 2,99, девушки. Оценили. 42 размер взяла, потому что это стретч, чтобы сидела свободненько. А желтенький цвет. Ну, классно же. Хоть к чему одел. Секси-шмекси. Стретч. Так, теперь. Вот этот пуловер я брала в беж. Помню, у меня было такое видео. Кто меня смотрит, знает. В общем, я этот купила в таком бежевом цвете. Оно из вискозы, 100%. Девушки, вискоза пуловер. А сейчас купила вот в таком малиновом. Его тем более уценили, блин. 38 размер, 2,99. На 2,99 уценили. Вот с таким рукавчиком. Это прям, знаете, блестящая такая вискоза. И он, Аминка, у меня тогда его вот этот бежевый так носила на работу. У меня все еще есть, у него все еще прекрасный вид. Ну, он не такой бежевый, но вот такой вот, как туп, да? Очень классный был цвет. Я помню, кто-то написал, о, бегу туда, куплю. Ну, это тоже, кто в Германии живет, зрительница. А вот. А сейчас я его увезла за 2,99. Осень будет, да? Что-то, когда замерзнешь, оденешь что-нибудь такое, да? Когда быстро, когда думать не надо, с чем-нибудь. Будет очень классно. Взяла, да? Раздают, да? Раз за бесплатно надо брать. Теперь что-то еще какая-то футболка. Это или мне, или Аминке. Кто-то заберет, да? Красная. Взяла, что было. 1,99, девушки. За 1,99 экотекст штандарт 100%. Что это хлопок экотекст. Экологичный, да? Тоже стретч. Вот написано стретч. Тоже классно. Цвет такой, вау. Цвет такой, да? Цвет как Винди. Так, теперь кик. Кик, девушки, кик. Это черное, это что-то черное. А, это тоже такая, знаете, это просто long sleeve. The Eco, это все Eco Test стандарт за 2,99. Вот. Так, да? 14,99 стоило. Классный такой, беленький, черненький. Уже. Страдает дальтонизмом, наверное. Не дай бог. Так, вот. Такая просто черная, да? Черное всегда нужно. Что-то long sleeve под низ, сверху, там, туда-сюда. Вопрос просто так. Тоже шик, да? Одеть. Это нам надо, и еще купила лифчик себе. Ну, гляньте, какой цвет. Цвет-то вырви глаз, я и взяла. Ну, он весь такой красивенький, ну, да что такое? И причем такая цена, да? И такая обалденная цена, это 80 б. Теперь знаете, что я там ношу? За 2,99. За 2,99. Такая ляпота. Ну, я, конечно, люблю нюдовое, но если за 2,99 я ж возьму. Так. Теперь еще купила футболку от Marvel. Тоже. Цена, наверное, будет. У Аминки есть футболки от Marvel из Primark. И вот я нашла в Кике, девушки, видите? Marvel. Вот они вместе с Marvel сделали. Футболку за 5,99, да, вот тут тоже это от Marvel, оригинал, короче. Вот такая вот. Он еще не видел, но тоже обрадуется. Так, за 5,99. И еще такая какая-то корейская фирма такая, знаете, электронная, что-то такое вот там, они знают, я не знаю, они всякие игры играют. 5,99, да, 5,99, вот такая маечка, за 5,99 я ее купила, да, ее ценили. Ну вот, футболка за 5,99, и еще такую взяла, не знаю, вот ему понравится или не понравится, но это, знаете, что гамельшир, да, такой, может ему понравится, штайн, цвет антрацит, цвет камня, 3,99 сейчас стоит. Да. Девушки, ничем не пахнут, да? Чтобы вы знали, да? Так. Ну, вообще, вот с запахом вещи, да, с запахом вещи были раньше тоже в H&M, потом был большой скандал, потом их не стало. Но я ж недавно умудрилась купить брюки розовые, Vero Moda, вот эти розовые. У меня розовых много брюк. И я, помните, говорила, что я их, может, сдам, потому что они пахнут. Пошла я, значит, в магазин. Сдавать я их не ходила, мне лень сдавать, да? Потому что они не с собой были, но я просто продавщицу увидела, я говорю, слушай, они, говорю, что-то пахнут. Она говорит, я знаю, я их тоже ношу. Ты, говорит, их постирай, они пахнуть не будут. Короче, я их постирала.
Это от Веру Мод. Брюки были дорогие, блин, я их еще с уценкой дорого заплатила. Я их 20 евро с уценкой заплатила, да. Они стоили 39, и знаете что? Они все еще попахивают. Ну, уже не так сильно, но, блин. Вот так вот, да. А в Хаун Эн уже 2 года ничего не пахнет. Так, теперь поехали дальше. Может, кому что попалось, мне уже не попалось. Теперь Аминка себе заказала, девушки, от BTS. От BTS. Это вот, знаете, корейская группа, себе вот такой тишот. Угу. От него балдеет. Вам тоже покажу, да, что она заказала. Он уже тут повалялся на вещах. Поэтому он такой Суга Аугуст. Я не знаю, кто они такие, знаете. Мне это BTS и Барби пофиг. Мне просто нравится то, что сейчас тренд пинк. Вот и все. И он в прошлом году уже был. Я в прошлом году уже много пинк носила. И у меня брюки были двое. И в этом году еще двое прибавилось. И вообще вся такая история, да. Мне просто нравится все это пинк. Знаете, а мне это BTS, знаете, вот так. Такой, да? Ну, молодежь ведь, да? Помните, когда мы были юными, наши родители тоже думали, что мы там смотрим, что мы там слушаем, да? Ну вот, в этом смысле мы уже состарились. Так, ну, слушайте, ну, Барби и BTS, это что? Это для кого? Так, это я просто показала, что это можно заказать, да? А что у нас я заказала? Кстати, размер мне нравится, да, такой размер хороший, да? Но я такой носить не буду, фуй. Так, это ее. Все, девушки, я вам все показала, все объяснила. Тут у меня штаны эти, ну ладно. Все, да, все, по-моему. Энда Альенда. У меня еще подарок есть, я его показать забыла. Ну ладно, покажу в следующий раз. Так, всех люблю, всех целую. Я наговорила, девушки, вы меня простите, да? Вся такая, ну, лохматая, лохмушистая, прилохмушистая. В общем, на мне этот шорт, который я купила, да, скажите, как оно вам. Это были покупки из A&M и из Кика. Да, что-то я так сходила в Кик и покикала. Кикен по-немецки, смотри. И кике, и кике, и куке, и куке. Мы говорим, и кике. Ну, это так, у нас вот в том районе, где мы живем, так это, говор такой, да. Теперь, все. Всех люблю, всех целую, девушки. Все покупки были. Мудрого у меня ничего не будет. Вы что, мудрого хотите, да? Хотите мудрого? Так, быстро. Чуть-чуть мудрости, да? Eine Freude vertreibt 100 Sorgen. Ха-ха! Радость выгонит 100 проблем и печалей. Так оно и есть, девушки. Я пошопилась, у меня радость. Это все примитивно, но в этом лежит смысл. Глубокий. Вот. Aus Japan, из Японии. Вообще мы должны всему радоваться. Бабе ногтям. Вот кто, летучим мышам на работе, да? Ну, это весело просто, продавец ходит с чем-то на голове. Так, кофе, да, кофе радуемся. Всему радуемся. Этот наш момент. Это наш момент, это наша жизнь. А, кстати, я радуюсь вот этим вот... Бронинг, да, бронинг, как по-русски сказать? Хайлайтер и бронзинг. Я это обожаю. Вот где я вот такое вот с полосочками вижу, это всегда так классно. Сейчас лето, я это обожаю. Так, кстати, кто ходит в Россман? В Россмане сейчас Лореаль тени, вот я сейчас как раз себе нанесла, уценили на 20% с этой недели. Кому надо? Бегите и берите. И также Манхэттен. Манхэттен или Маннихтхэттен? Манхэттен. Это наша шутка с дочкой. Когда мы хотим покупать, мы говорим, хотелось бы это иметь или не хотелось бы? Манхэттен по-немецки это я бы хотела, да? И отвечает, она отвечает, Манхэттен. Получается, как Манхэттен. Это шутка. Ну, кто немецкий понимает, те понимает. Так. Wende dich von den Sorgen, überlass alle Dinge den Schicksal, freue dich des Guten, das heute dir lacht und vergiss darüber alles Vergangene. Понимаете? Так, отвернись от твоих проблем, отдай свои проблемы твоей судьбе, себя своей судьбе отдай, радуйся хорошему, доброму, что сегодня для тебя улыбается в жизни, и забудь все прошлое. Тысяча одна ночь. У мамы была книга «Тысяча одна ночь» подарил мой папа. Мой папа таджик, мама татарка.
Все, сказала, кто я, да? Так, я похожа на папу. Ну, фигура в маму. Так, чуть, это вообще нет, ну просто «Тысяча одна ночь» вспомнила книгу. Шахерезада была такая мудрая женщина. Мамма мия. Так, все. Теперь. Die Welt gehört dem, der sie genießt. Мир принадлежит тому, кто этот мир вкушает. Соловей. Обалдеть, да? Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi. Поехали дальше, да? Все, всех люблю, всех целую, девушки. Это были мои покупки. Это был Home&M. Всем любви и сметаны. Любви и сметаны. Уже сегодня любовь и сметаны. Я не знаю, что я когда это говорю. Ой, я не могу, девочки. Девочки, я уже заговариваюсь. Всем, короче, всего хорошего. Всего, чего вы себе желаете. Если что-то посмотреть, внизу есть видео, где я что-то мерила. Вот скажите мне, мне эту куртку брать или нет, эту косуху? Блин, косуху хочу, хочу косуху, не знаю, что делать. Все. Обожаю.